Много наслышан о вас. Ну, чтобы вот так, воочию. Да. Да, телосложение у вас, дай бог, каждому. Можно сказать, богатырское телосложение. Просто Илья Муромец. Тогда уж шла и разбойник. По системе Миллера занимаетесь? Волевая гимнастика Анохина. Изометрические упражнения. Изумительная вещь. Колоссальную силу развить помогает. В тюрьме особенно полезно, поскольку места не требует. Покушать любите, а? Ну, кто же не любит? Но у нас разносолов не будет. По неволе похудеете. Да, тут. Курите? Не пробовал. А водочкой балуетесь? В рот не брал. Ну, а... Ну... Завидным, знаете ли, постоянством. Одобряю. Господи, если бы все жители нашей империи были такими сознательными. Боюсь, в таком случае у вас тюрем не хватит. Да. Не-не, Григорий Иванович, вот, вот это, извольте. А? И... Шапочка. А, вот, бельишко. Ладно, пошли, что ли? А у меня их трое. Девочки две да мальчик. Вот и попробуй прокорми их да на ноги поставь. А я что, я надзиратель, что это за деньги? А больше ничего делать не умею. Вон, полжизни на небо смотрю сквозь тюремную решетку. Уж сам не знаю, то ли охраняю, то ли сам сижу. Служба, да. А воспитывать их когда? Вон мальчик у меня головной какой. Ну, это же бедовый просто. Вот не доглядишь, обязательно пойдет по кривой дорожке. У вас камеры солидные люди сидят. Иван Козлов, душегуб, он всей тюрьме, пахан. Ну, Шулер там есть, он такой простой человек. А эти два, убийцы и грабители, эти, да, вы им сразу своим станете. Ну... Читать умеешь? Чего? Умею. Книг не принесешь. Чего? Романы принеси. Лучше, если из французской жизни. Так где же их возьми-то? Я с книгами-то не очень... Куда я попал? А? В тюрьму? Открывай. Знаете, кто я? Ну вот и хорошо.
Что бурчалы разули? Играем? Сдавай ухо. Ну что ставишь, чалы? Голые. Нет ничего. А я тебе одолжу. Твои же колеса я одолжу. А проиграю? Ну, а проиграешь, подрежешь надзирателя. Ну, вот этого, толстого. Пойдет. Не везет тебе, чалый, не везет. Подрежешь, хоть один войдет, ведь папой римским. Карта – дело святое. Да понял я, понял. Я говорил со знающими людьми, и ему оттуда не уйти. Никто еще не уходил. Правду говорит. Ты его с другими не равняй. Они не уходили, а он уйдет. Антонина, ты не кипятись. Мы ж на приступ тюрягу брать не будем. Они теперь и чьи его стеречь будут. Надо понимать, с какого боку браться. Да ни с какого. Деньги есть, надо подкупить охрану, вот и все. На где? Деньги-то эти. Гришка их прятал не везде. Как до них теперь добраться-то? Да есть ли они, эти деньги-то? Ты говори, да не заговаривайся. Быть такого не может, чтобы Гришка общественные деньги спустил. Ну, не знаю, спустил или нет. Но выручать его теперь не на что. Шмонать идут. Начинайте. Все. Все. Все, ваш ловит. Больше ничего нет. Карта. Нету? Нету. Нет, ваш ловит. Он в карты не играет. Кто-то должен ответить. Ваше благородие! Карты! Подними карты. Подними карты. Подними карты, я сказал! Быстрее! Получить, обращайся, я рядом. С тебя тоже причитается. Я тебе от петли спас. Не забуду тебя, кот. Кот. Ну что ж,
пусть будет кот. Так и будем деньгами хлопать? Нет, для кота закона нет. На должок не дает получить. Мимо общака проносят. Да остальные на него смотрят, тоже учатся. Смотрят. Они теперь кота унесут. Он твой общак сколотил. Слышал? Рвать скичек может. Да кто не хочет? Батя, что делать будем? Что делать-то? Что ждем? Ну, пока нас тут на перья поднимут, что ли? А? Ну, вообще, ты вор. Ты за тюрьмой смотришь. Твоего слова ждем. А сел-то за что? А через баб. Я говорю, мол, денег дай на водку. Она, значит, мне что-то поперела. На суде спрашивали, мол, что она сказала-то, а я и не слышал. Но то, что поперек, это я точно помню. Да. Ну, а как она стала перечить? Я схватил ее за шею, ведь давай мотать. А руки-то у меня самую малость пожиже твоего. Ну, она и сомлела. Придавил, значит, насовсем. Вот ведь как вышло-то. И любил ведь я бабу-то свою, а убил ненароком. Небось, пьяный был. Ну, а как еще? Ну, ты резвый-то голову, кто же станет убивать? Да всяк бывает. Ванька, ты чего? По ногам, сволочь! Я тебе не сволочь, а пахан. Ну что, отдал чалый должок. Папа, подвинься. Пришибли, а этот вот шевелится еще, башка разбита, шевелится. Это зачинщики, ваш благородие, которые Котовского хотели убить. Только что-то это, главного-то я не вижу. Какого главного? Ваньки пахана? Это он, видать, хотел Котовского пришибить. Давно он на него злобился, но, видать, уцелел, что ли, Ванька-то. Теперь он взял под контроль всю тюрьму. Надо признать, порядка стало гораздо больше. Карты теперь они прячут не только от нас, но и от Котовского. Оригинально. Да. Среди заключенных прекратились грабежи и драки. По ножовщине не стало вовсе. А что особенно радует,
никаких недовольств. Все жалобы и просьбы через него, через Котовского. Все происходит цивилизованно, я бы даже сказал, интеллигентно. Все это называется одним словом – организация. Да хотя бы организация. Если вокруг тюремная охрана, пусть. По мне, господин поручик, все равно, кто среди уголовников верховодит. Важно, чтобы был порядок. А кто из них главный? Ну, согласитесь, какая нам с вами разница, а? Боюсь, вы очень скоро почувствуете эту разницу. Если мы хотим отсюда сорваться, то делать все нужно нахально. Тогда пройдет. А через стены, как блохи, скакать. Все это дешевка, фуфло. Если делать-то по-крупному, и так, чтобы вся Россия знала, чтобы так аукнулось. Понятно? Нет. Ну, хорошо. По моему сигналу рвем все разом. Скручиваем охрану, отбираем оружие, форму, переодеваемся. И через весь город, как конвой с заключенными, идем на вокзал. Там грузимся в поезд. И все. По дороге сыплемся кто куда. Вот пусть ищут. И тут такое начнется. Ну, чего молчите? Больно лихо закручено. Лихо? Лихо – это каторга безвременная, на которую тебя ждут, не дождутся. Вот это лихо. И там ты хлебнешь полной ложкой. А я тебе свободу предлагаю. Свободу. Видал, как уголовные кота слушают? Прям рты пооткрывали. Хоть ты, кот Баюн. Рассказывай что-то. Пусть хоть пляшет, только бы до нас не касалось. Как адвокат, хочу заверить, Григорий Иванович, что при умно построенной защите у вас есть все шансы получить 10 лет каторги. Ну, слава богу. Я не договорил. 10 лет вместо, простите, не хотел вас пугать, казни. А у нас с вами очень хорошие перспективы. А вас что, тоже хотят повесить? Спаси Господи. Шутки у вас. Ну, почему сразу повесить? Это будет большой, громкий процесс. А 10 лет? Как говорится, 10 лет через испуг. Спасибо. Хочу напомнить, вы бандит. Вас знает половина России. Ну, что вы еще хотите от меня в этой ситуации? Веревочную лестницу и напильник. Простите? Хотелось бы еще револьвер. Голубчик, я наслышан о вашем решительном характере. И хочу предупредить, бежать из этой тюрьмы категорически невозможно. Если вы попытаетесь бежать, вас поймают. И моя задача станет много труднее. А если я попытаюсь бежать, и меня не поймают, то вам не удастся выступить на громком процессе. Голубчик, ну обещайте мне, ну я умоляю вас. Рад бы. Да не могу. Ну не могу я вам ничего обещать. И давайте, мужики, к воротам! Прорываться будем вперед! Пробиваться будем! Да полегче, полегче! Они нам живые нужны! Давай вот сюда! Внимание! Тюрьма окружена! Сюда уже идут войска! Положите оружие! И разойдитесь по камерам. Кто бы нас дал? Ванька Пахан, это он. Кость, что делать будем? Они же нас всех порешат. У них сила. Ничего. Все вместе рванем, не остановят.
Остановят! Из винтарей покоцают! Да пошел ты! Кто со мной? Взбесился! Нас из-за тебя всех перестреляют! Ну и черт с вами! Я вам сказал! Положить оружие! И разойдитесь по камерам! Иначе... Перестреляй всех к чертовой матери! А своих побить не боитесь? У нас ваши надзиратели. Да и винтовок стволов 10 наберется. Так что кто кого, неизвестно. Торговаться вздумал? Отчего бы не поторговаться? Вам же нужно, чтобы все тихо прошло. Чтоб в Петербурге не узнали. Ведь так же? Кот, не слушай его! Сука, он конченый! Обманет! Все равно нас всех порешат! Не порешат. Если только одного меня, потом. Мы сдадимся. Дайте слово, что не будет расправы над заключенными. Хорошо. Обещаю. Обещаю. Ну, в общем, Гриша, как всегда, в своем амплуа. При том, что ему просто бежать уже мало, ему восстание Спартака подавай. Говорят, генерал-губернатор ни за что в обморок не упал, когда ему доложили. А если бы ему удалось? Вот было бы смешно. Да. Смешно было бы. Ну, только теперь ему уже точно грозит виселица. Что? Ну, тогда он непременно должен бежать. Дорогая, он уже пробовал. Тогда вы должны ему помочь. Что? Неужели вы будете сидеть сложа руки и ждать, пока его повесят? Анна, он бандит. Прежде всего, он ваш друг. И случись такое с вами, он сам бы вошел в тюрьму и вытащил любого из вас. А то, что вы сейчас делаете, называется предательством. Так, все. Я не желаю это слушать. Иди, иди. Лучше всего сказать себе, что вы по разные стороны. И он сам во всем виноват. Всего доброго. Олесь, мне нужно с тобой поговорить. Хорошо, я слушаю тебя. Я не права. Ну, я не должна была говорить всего этого при Алексее. Он офицер, и ему не пристало участвовать в таких разговорах. Ну, ничего, не волнуйся. Я с ним поговорю. Думаю, он все поймет. Поэтому спасением Гриши должен заняться ты. И ты это сделаешь. Ты же не хочешь, чтобы до конца жизни в моих глазах ты выглядел трусом и предателем. Конечно. Лучше быть дураком. И спасать человека, в которого твоя жена всю жизнь. Олесь, родной мой, я однажды приняла решение и никогда его не переменю. А ты должен исполнить свой долг. Ну, чего ты от меня хочешь? Хочешь, чтобы я перестрелял охрану? Сделал подкоп, да? Не надо ни стрелять, ни копать. Найди людей Гриши
Они лучше нас знают, как его спасти. Найди их и дай им денег. Вы нас видеть хотели? Да. Я по поводу Котовского хотел поговорить. Вы же с ним связаны? Это так? Я не понимаю, какого черта вы молчите? Мы тебя не звали. Ты сам просился поговорить. А уж с кем мы дружим и знакомы, это наше дело. Слушай, это не ты ли нашему Мишке голову оторвать пытался? Всю морду разбил. Какому Мишке? Когда? Ну, вспоминай, вспоминай, еще драка была, городового порезали, Гришу тогда из училища из-за этого выгнали. А, тогда? Да, это я. Ладно, давай к делу. Чего ты от нас хочешь? Так вот, я хотел узнать, чем я могу помочь Григорию? Ведь его могут повесить. Могут. Значит, ему надо бежать? Надо. Но для побега могут потребоваться деньги. Короче, кто помнит? Это тот тип, который нашему Мишке, я хлопчика, рыло начистил. Я эту гниду до конца дней своих не забыл. Жаль, что я его тогда. Тонь, налей водки. Куда тебе? Лицо и так опухшее. Рух, ну что дальше, говори. Дальше? А что дальше? Да. Дальше. Мы говорим, дружба, дружба, а чтоб с Кичи бежать. Нужны деньги. И немалые деньги. А он чего? А он? Ну! А! Ну. Пять тысяч отвалил. Шельмец, а! Слава тебе, Господи. Ну ладно, налью на радостях. Давно бы дал. Теперь бы понять, кого подмазывать. Это мы найдем. Главное, что масло теперь за глаза хватит. Ладно, пошли, пора дело делать. Пошли, я сказал. Пошли. Ну, пошли. Давайте, я догоню. Я сейчас догоню. А где же? Сами же просили. Ну, пора уже. Давай. Скотина. Да, ваше сердце! Не успел доложить. Конечно, неделя – достаточный срок. Я не повторяю за вами, я просто соглашаюсь. Мне, несомненно, хотелось бы сохранить за собой нынешнюю должность. Я… Да! Я наведу порядок! Я обязательно… Алло! Дежурный! Привезти Ваньку! Как его кличка мерзавца? Пахан? Ваньку Пахана, быстро! Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Григорий Иванович, свидание, пришли к вам.
Опять адвокат этот. Гони его к черту, надоел. Нет, не адвокат. Дама пришла. Иди. Ну что? Говорят, Котовский тебе здорово насолил. Правда, нет? Дама пришла. С виду богатая. Можно сказать, аристократка с этой, как это у них называется, с вуалью. У нас такие нечасто бывают. По правде сказать, вообще не бывает. Ну, в крайнем случае, жена принесет передачу какой-нибудь на тропе. А у уголовных жен нет, потому все больше Маруся приходит. А эта ваша вся такая из себя в платье. Да замолчи ты, я знаю, что это. Григорий Иванович, я тут с вами постою, вы уж извиняйте. Правила такие. Я тут в стороночке, будто и нет меня. Здравствуй, Анна. Ах, это ты. Ну, здравствуй. Ну, как я? Дама из Амстердама? Ни одному тебе можно в театре играть. Да уж. Другой ждал. Могу уйти. Повесит, тогда уж точно буду худым и бледным. Ну вот, тебе принесла. Потом посмотришь. Ну, Антонина. Это кто ж тебя научил-то? Знаете, я пришел к выводу, что общество в отдельных случаях имеет право ограждать себя от подобных типов чрезвычайными мерами. Что-то не совсем вас понимаю. Ну, у меня нет никаких гарантий, но есть предчувствие, что мы, наконец, избавимся от Котовского, от этой головной боли. Что-то мне подсказывает, что сегодня ночью недруги Котовского, наконец, сведут с ним счеты. Какая прозорливость. Просто удивительно. Интересно, как это согласуется с вашими понятиями о правосудии части офицера? Изволите делать мне выговор, господин поручик. Да, право, я, батенька, не понимаю. Ну, к чему вы нам рассказываете-то всю эту билиберду? Ну, конечно. А вы бы предпочли оставаться в счастливом неведении, пока я один вожусь в дерьме. Я могу быть свободен? Что? А, да, да. Thank you.
Ты что, кот, бежать надумал? У нас не побегаешь. Я за тобой всю ночь глядеть буду. Куда? А тебе это теперь без надобности. Без надобности? Понятно. Ну давай, гони, что ты? Давай, давай, гони! Да, милая! Да! Вот так, ну, ну, чего? Твое, твое, твое. Что заснули? Все. На сегодня отыгрались. О, дела. Может, на воле дверь тоже открыта? Сегодня мой парт. Переверите. А? Пошли! Давай, вперед. Поднимайте караул. Хочу проверить камеру заключенного Котовского. Хочу заметить, господин поручик, что здесь вы не можете отдавать приказы. Хорошо, я прошу вас показать мне камеру Котовского. По моим данным, он готовит побег. Так он никогда не переставал. Так что это совсем не новость. Шутить изволите. А если он в данный момент действительно пытается бежать, вы будете отвечать, а? Ну, хорошо. Но прежде должен поставить в известность начальника тюрьмы. Начальника тюрьмы, пожалуйста. Поручик Зильберг хочет осмотреть камеру Котовского. Верните заключенного в камеру и припроводите поручика. Григорий Иванович, уголовные идут, убивать вас будут. Начальник приказал все двери открыть. Вот-вот будут. Ну и? Извольте за мной. Другого пути нет, только здесь. О, решетка. Только чем мы ее? У меня ни пилы, ничего. Сейчас посмотрим твою решетку. Ну и где он? Я... Где он? Черт вас возьми! Что вы вытаращили на меня свои бараньи глаза? Это если спрыгнуть, меня по всей улице размажет. О, Григорий Иванович, веревка. Не знаю, думаю, хватит. Только выдержит ли? Дай бог, чтоб хватило. Спасибо, брат. Храни вас Господь. Не поминали ему. Храни вас Господь. Храни вас Господь. Храни вас Господь. Ну, с Богом.